Добрый вечер. Мы собираемся сыграть наше произведение «Крупная форма сюита» в первом отделении. И часто в филармониях выходит ведущий, такой же, как был сейчас только что перед нами, и объявляет номера. Первым номером прозвучит часть сюита, которая называется «Бурхан». Вторым номером прозвучит «Йоха». Третьим – «Шаман Камень». Четвертым – «Индастриал». Пятым – «Люди». Потом «Лето». Потом «Транссиб». Потом «Сарма». «Сибирь». И в заключение прозвучит «Айдуду». Сибирская сюита. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Тут? Добрый вечер еще раз. Хочу воспользоваться случаем и поздравить всех со всеми новогодними праздниками, которые были у нас в нашей стране. И пожелать всем счастья. Перед этим концертом наш ведущий, который представлял нас наш представитель Кирилл Анатольевич, он объявил опрос в интернете, какие композиции хотели бы услышать люди на сегодняшнем концерте. И мы по мере возможности попытались исполнить ваши пожелания. И, конечно, хотим поблагодарить вас за то, что вы здесь с нами сегодня вечером, что вы вообще пришли сюда. Спасибо большое. Что-то еще будешь рассказывать? Слушаюсь, оказывается, их нет. Ну, все очень просто. Thank you.
Для тех, кто не знал, я скажу, что первая музыкальная картинка называлась «Улитка», и она была в списке номер один в желаемых произведений. Обычно мы всегда заканчивали наше выступление, но тут решили начать. Потом звучала пешка, и сейчас мы сыграем вам танго, сибирское танго. Thank you.
Знаете, весь декабрь провели в Индии. У нас были очень интересные концерты в самых больших городах, в Дели, в Калькутте. Я даже выучил Хайдарабад и Бенгалор, такие города названия, Мумбаи. И мы играли там, кроме нашей программы, играли на фестивале совместно с индийскими музыкантами. Это был для нас огромный опыт. Первый раз мы попробовали это ровно год назад, в декабре. Сейчас это была более обширная фестивальная поездка. У нас теперь есть по этому поводу даже планы. То есть они сказали, что довольно редко, когда вот европейцы, скажем так, они нас называют европейцами, могут играть индийскую, понимать индийскую музыку. Ну, мы любим индийскую музыку за то, что там нет аккордов, там один аккорд. Вот, и мы с удовольствием его играем. И сейчас мы сыграем тоже пьесу, которая состоит именно из одного аккорда. Вот, мы выбрали посложнее аккорд, ми бемоль. Хотя называют название совсем не индийское, это мелодию мы использовали в кинофильме «Граф Монтенегро», называется «Монтенегро». Thank you.
Есть очень хороший фильм про гитаристов, известных рок-гитаристов. Когда они встречаются вместе и обсуждают гитарные какие-то свои проблемы, я не буду называть имена, кто знает, тот знает. Но фильм называется «Приготовьтесь, будет громко». Прозвучит композиция, которая называется «Герника».
Второе место в нашем списке заняла композиция, которая называется «Печальное сердце». Thank you.
Фигурки, вот мы хотим сегодня сыграть. Thank you.
Ну, мы потихоньку приближаемся к заключению нашего праздничного концерта. Мы практически сыграли все песни, которые всем нравятся. А теперь сыграем, которые нравятся не всем. Есть такие люди, регулярно говорят, мне эта песня не нравится, не нравится. Называется она «Месть от Джимми». Thank you.
Юрий Матвеевич. Аркадий Косенко. Сердце, мы столько не играли «Поход за силой». И поскольку мы играем сегодня такие знаковые произведения, мы сыграли самое любимое, самое нелюбимое, и теперь сыграем такой, знаете, вообще не принято об этом говорить, я вам выдам такой секрет огромный. Мы сыграем композицию, на которой мы больше всего заработали на корпоративах. Говорили играть именно эту композицию и нет ничего другого. Для вас звучит за. Thank you.
Артемий Гусенко, скрипка. Юрий Андреевич, Туса Юрий. Спасибо. Спасибо большое, дорогие друзья. Я даю слово нашему большому другу Борису. Я давний поклонник Юры и Артема. И две композиции, которые я бы хотел, чтобы они сыграли, они звучат абсолютно полярно. Одна из них называется «Война», а другая из них называется «Колыбельная». Я не знаю, возможно ли сегодня, чтобы это случилось, чтобы это произошло, чтобы ребята сыграли в любом порядке, как они считают нужным, «Войну» и «Колыбельную». Но это то, что в нашей жизни, в нашем обществе, в нашей действительности сегодня нужно. Так что, вот, ребят, Артем, Юра, решайте. Одно из двух или две? Или две? Нет, обе. Одновременно. Обязательно обе, но в любом порядке. После Зазузы мы войну еще никогда не играли. Ладно.
Честно говоря, битву мы не готовили, как и колыбельные, но сейчас приготовим. О, к бою готов! Thank you.
Спасибо. Юрий Матвеев, гитара. Артем Никушенко, скрипка. Кто за берег? 25 лет славы. Спасибо большое. Наш представитель, который нас представлял, Кирилл Маринеску. Наша композиция заняла первое место в разделе «Инструментальная музыка». И называется она «6-8».
Юрий Бабиев, гитара. Артем Лукашенко, скрипка. Кусабилис. Кусабилис. Друзья, знаете, у этих парней больше 450 произведений, поэтому если даже мы здесь на несколько суток зависнем, все равно все не сыграет. Спасибо большое, что пришли, разделили с нами нашу музыку, спасибо, что любите нас. И мы вас тоже очень любим. Всем счастья. Спасибо.